В 2020 году общественники приняли участие в 40 мероприятиях. Активисты раздавали медицинские маски в РЭУ ГИБДД. Следили, чтобы переаттестация полицейских проходила без нарушений. Встречаться со школьниками и студентами из-за эпид-обстановки не получалось. Но всем нуждающимся, кто находился на дистанционном обучении, общественники предоставляли ноутбуки для учебы. Год у нас выбор, как и у всей страны, да и у всего мира, выдался очень непростой, естественно, внесло свои нюансы. В начале года, когда мы формировали совет и планировали в одном ключе, ракурсе осуществлять свою деятельность по контролю за деятельностью органов внутренних дел и, соответственно, где необходимо, конечно, и помощь надо оказывать, но санитарно-эпидемиологическая обстановка внесла свои корректировки, и поэтому приходится переформатироваться. Перешли в онлайн-формат. Так общественники записывали видеообращение к самарцам с просьбой соблюдать профилактические меры и оставаться дома на время самоизоляции. Главная функция членов общественного совета – помогать самарцам взаимодействовать с компетентными органами, быть, что называется, соединяющим звеном, чтобы ни один вопрос не оставался без ответа. В этом году меньше. Ну, потому что сейчас многие уже напрямую обращаются и к самому начальнику могут обратиться, это посредством интернета, все это сейчас есть. Стараемся объяснить, стараемся быть с полицейскими на обходах. На следующий год уже составлен список задач, исходя из запросов и потребностей жителей Самары. Мария Левина, Василий Колдашов. События.